Всем привет! FIFA 19 представлена свежая, 15-я по счету в текущем сезоне, команда недели. Традиционно в нашем обзоре мы расскажем, за какие же заслуги на реальных футбольных полях игроки получили информ-карты. Пиши в комментариях, какую из карточек ты считаешь самой крутой и хотел бы заполучить в свой состав. Место в воротах досталось Бену Фостеру из Уотфорда, который сохранил ворота сухими и совершил 7 сейвов в гостевом матче против Вест Хэма. Все три защитника в команде недели оказались играющими на флангах. Кенни Лала из Страсбура сделал 2 голевые передачи в матче против Ниццы. Гримальдо поучаствовал голом и ассистом в разгроме Браги Бенфикой 6-2. Алекс Сандро в матче Ювентуса и Ромы результативными действиями не отличился, но провел встречу на привычно высоком уровне. Среднюю линию сформировали Эндрос Таунсенд из Кристал Пэлас, поразивший ворота Ман-Сити. Поль Погба отпраздновал отставку Мауриньо 2 ассистами во встрече против Кардифа, а подкрепил успех дублем в ворота Хаддерсфилда. Даниэль Парехо из Валенсии забил гол в матче против Уэски. Кай Хаверц из Байера отличился дублем в поединке против Герты. А нестареющий Франк Рибери забил 2 гола в выездном матче против Айнтрахта. Кстати, в скором времени француз в 5-й раз станет отцом. Сон Хын Мин отличился 2 голами и 2 ассистами в матче против Эвертона и получил привлекательную карточку с позиции центр-форварда. Партнером по нападению для главного футбольного уклониста от армии электроники выбрали Марио Гёдзе. Немец показал мастер-класс на тему, как попасть в команду недели благодаря травме. На 34-й минуте матча двух Боруссий травму получил главный бомбардир Дортмунда Пако Алькасер. Вышедший на замену Гёдзе сумел сыграть ключевую роль в этом поединке и отличился 2 голевыми передачами на Джейдона Санчо и Марко Ройса. В итоге Дортмунд одержал волевую победу над Гладбахом со счетом 2-1, а Марио, который никак не может обрести былую форму, в этом сезоне имеет на своем счету 1 гол и 3 ассиста в Бундеслиге. В резерве команды недели видим ряд ноунеймов, которые пофеерили в минувший футбольный уикенд. Хет-триками отличились Дуайт Гейл из Вестбромвича, Джейдон Стокли из Эксетера, Бернард Текпетей из Падерборна и Паскаль Теструэт из Эрцгебирге Ауэ. Из пролетевших мимо команды недели отметим выступление Омара Аль-Сома из Аль-Ахли, который также на неделе стал автором хет-трика. Заслужили место в обороне Франческо Ачерби из Лацио, забивший гол в ворота Кальяри, и Джорди Альба, который отдал голевую передачу во встрече против Сельты. Оказаться хотя бы в резерве, по нашему мнению, должен был и автор единственного гола в матче Ювентуса и Ромы Марио Манджукич. Такой была команда недели номер 15. Ставь лайк, если тебе нравятся наши обзоры команд недели. Пиши в комментариях, кого из этих игроков уже успел поймать в паках ты. И не забывай подписываться на наш канал, чтобы быть в курсе всего самого интересного из мира футсимов. До скорого! Редактор